Здравствуйте, дорогие друзья! Это экологические экскурсии в Санкт-Петербурге, Алексей Коркин. На последней нашей экскурсии я задал загадку нашим экскурсантам по поводу львов, которые находятся за моей спиной. Мы сейчас находимся в ЦПКО и Елагином острове. Эти львы охраняют вход Невской губы Финского залива. Дело в том, что это необычные львы. Я спросил, почему у них под лапой находится ядро. К сожалению, не все в городе знают эту историю, но на самом деле это не обычный лев, а особенный. А вот какой, об этом я расскажу в следующем видео. А пока можете в комментариях оставить свои варианты ответа на вопрос, что это за лев и почему у него под лапой ядро.